Пришла осень, и начался период роста стоимости жизни во всем. Не преувеличиваю, на продовольственном рынке поползли вверх цены на основные продукты питания. Это я, к примеру, о подсолнечном масле. Рад за аграриев, что они опережающими темпами продали за рубеж почти 100% продукции, оговоренной меморандумом по договору об ассоциации с Евросоюзом. И валютные барыши, а нам считать мелочь в кошельках. О тарифах на тепло, газ, воду, электричество и жилье молчу. Чего говорить о том, что каждая семья платит ежемесячно. Все все знают. Долго ожидал, когда встрепенутся одесские маршрутчики. С января 2018 года, когда цена проезда выросла на 2 гривны с 5 до 7, голову сверлила одна мысль. Неужели эта напасть обойдет стороной одесситов? Не обошла. 15 сентября 2021 года проезд в маршрутках поднимется аж до 10 гривен, подорожает сразу на 3 гривны. Ну, поводы повторяются из года в год. Уменьшение, к примеру, пассажиропотока. Когда я слышу эти слова, перед глазами возникает такая картина. Сейчас опишу. Раньше перед двором или во дворе стояло 2 авто, а через 3 года их стало как минимум в 4-5 раз больше. Причем владельцами стали бабушки и дедушки пенсионного возраста, не говоря уже о студентах, которые обошли стариков по мощи двигателей стальных коней. Деды рассекают на старых «Жигулях», а молодняк на «Поршах». Шутка печальная. Понятно, упоминается рост цен на ГСМ и топливо. Ну, этот аргумент тоже не страдает новизной. Даже когда на мировых биржах нефть падала в цене, что естественно отражалось на стоимости бензина, эксперты по ценообразованию, обслуживающие одесских владельцев автобусных компаний, оглушали население этой мантрой. У меня нет претензий к городскому правительству. Сейчас объясню почему. Это в начале 90-х принимались решения о приватизации автопарков и разрушении системы автобусных перевозок, которые раньше принадлежали государству. Это не 10-20 лет назад мэрия и депутаты отдали в руки частного бизнеса столь прибыльный бизнес. У них уж нет, а те далече. Просто в те годы не хватило мудрости в прогнозировании. Отдали то, что частнику нравилось, оставили у себя во владении трамваи и троллейбусы, капиталоемкие основные фонды, требующие серьезных и долгих вложений. Что получили сегодня? Стали производителями современного городского электротранспорта. Это о трамваях модели «Одиссей». Экологически чистого, не загрязняющего город выхлопными газами. А рядом работают маршрутчики с водителями, такими местечковыми шумахерами, гоняющимися за пассажирами с риском для других участников дорожного движения. Вопрос. Так что Одессе выгодно? Развитие маршруток или городских трамваев и троллейбусов? В комментариях представители автобусных компаний тоскливо утверждают, что реальная цена проезда должна быть менее 15 гривен. Ну, мол, кто же ее утвердит? Как по мне, так и 10 гривен спорная цена. Мы же ни одной выкладки не видели, как всегда.